Волейбол – один из популярнейших видов спорта, уступающий разве что футболу. Однако не каждый муниципалитет располагает качественной тренировочной базой. По словам организаторов, в Анапе для развития этого вида спорта есть все условия. Сильный тренерский состав, благоприятный климат, современные спортивные залы. В общей сложности в городе-курорте 10 площадок, половина из которых предназначена для пляжного волейбола. В этом чемпионате принимают участие как опытные игроки, так и новички, и это часть обучающей программы. Ребята, которые приходят сюда играть в волейбол, они прежде всего обучаются у старших, как быть чемпионами. Это важно. Здесь мы научаем именно младшие команды возраста 2004 года и старше на взрослых мужчинах, которые впоследствии принимают участие в первенствах края, первенствах России и там показывают свой отличный результат благодаря нашим мужчинам. Это как наши тренеры. В этом году в состязаниях приняли участие 8 волейбольных команд со всего Анапского района, а также гости из Абинска. Каждая игра завораживает зрелищностью и динамикой, считают болельщики. Среди них и специальный гость, подполковник воздушно-десантных войск Юрий Кунах. Здоровый образ жизни – это задача всей нашей нации, потому что много вызовов, много у нас угроз международных и внутренних. Физическая форма – это залог успеха во всем. Служба в армии и спорт – это неразделимые вещи. Ну, тем более такой красивый вид спорта, как волейбол. По результатам соревнований безоговорочным лидером стала команда села Цибанабалка. Серебро завоевал Первомайский сельский округ, а третье место у волейболистов города Анапа. Победители получили медали и грамоты. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.